Давай для начала расскажем, как дела. Или, в принципе, можешь начинать с чего угодно. У нас хорошо идут дела. Мы в новом хорошем доме. Может, мы хотим немножко показать его? Или не хотим? Можно показать. Ну, можно вот так вот просто сделать чуть-чуть. Это что, мы на кухне находимся, да? Вход небольшой в гостиную. Ну да. В общем, мы не будем задаваться такой целью показывать дом. Ну, очень большой, красивый, с высокими потолками. С козьим молоком. Мы спим на втором этаже. Я сегодня попрыгала на батуте. Вчера весь день кушали яблоки. Это твоя искренность? Ну, я вот как-то ничего в голову у меня не идет, чтобы придумать сказать. Ты в течение дня очень много трещишь. А значит, как камеру включаешь, сразу замолкаешь. Ну ладно, я расскажу немного своих ощущений от Белоруссии. Да. В общем, здесь много лесов зеленых. Легких, очень чистых, таких энергетических. Я вот, между прочим, ничего не могу сказать, потому что ты врываешься в мой диалог. Я еще не все сказал, Да ты блин. продолжай Ты говорить, врываешься в мой а ты диалог научись и меня тормозишь. диалог вести, а не монолог. Ты научись рассказывать диалоги. Зачем Учись, мне пенек! учиться? Учись, пенек! А то ты будешь Вот оставаться я тебе на сейчас научу. На. своем уровне очень долго. Ты Ладно. просто рассказывать уже умеешь. Давай. Еще мы вчера искупались в озере, в котором серебром. и еще туда упал метеорит. И еще оттуда можно пить. Очень чистое озеро. Купались в пятером голыми. И никто нас ничего нам не сказал. Как бывает. Еще здесь на озере Яблоко возьму. Нара есть такие, значит, спортсмены. В общем, даже какое-то есть название у этого вида спорта. Вот, я не знаю, это просто название, как оно называется, надо было бы узнать. В общем, суть такая, что они с доской катаются по озеру, а в руках еще у них этот Чего ты опять за парашют бред спортивный. рассказываешь?